Здравствуйте, дорогие друзья, наши уважаемые читатели. В прошлой беседе я обещала вам рассказать о Караганде и ее отражении в художественной литературе и исторической документальной публицистике. Если кто-то заинтересуется этой темой, пожалуйста, будьте добры, заходите на нашу страничку в Инстаграм и прослушайте очередную беседу из цикла «Краеведение онлайн». В прошлом году наш город отметил 85 лет. Юбилей, конечно, небольшой, отмечен был скромно. Но я так думаю, что 85 лет для нашего города, это можно даже сравнить, наверное, с какой-нибудь вековой историей какого-нибудь тихого городка, в котором не происходит никаких событий, тихо, мирно течет жизнь. Наша же Караганда, с ней связаны такие эпитеты. Юная, молодая, бурный рост. Это все, наверное, применимо нашему городу. 85 лет, дата небольшая, и годы небольшие. Но мне кажется, что в этих годах спрессована вся биография нашей великой страны. Это годы первых пятилеток, это стахановское движение, это строительство шахт, строительство железных дорог, это годы репрессий. В общем, многое все, что происходило в большой стране, происходило и в нашем городе. Но, несмотря на наш молодой возраст, нашему городу были посвящены многие повести, романы, рассказы. Наверное, все-таки это объяснялось тем, что Караганда имела большое значение в 30-е годы, 40-е годы для всей советской страны. Но прежде всего, конечно, хочется отметить роман нашего народного писателя, академика Габидена Мустафина. Роман называется «Караганда». Я вот смотрела библиографию на эту тему, каким городам какие романы посвящены. Знаете, скажу, что очень мало городов имеет вот такое отражение в художественной прозе, чтобы роман назывался именем города. Например, есть роман, посвящен Алмате, но он называется «В городе Верном». А у нас вот просто такое четкое, емкое, ясное название – «Караганда». Габиден Мустафин посвятил этот роман, конечно, 30-м годам, строительству Карагандинского угольного бассейна, становлению национального рабочего класса, становлению национального самосознания. Роман, конечно, написан, я бы сказала так, в духе социалистического реализма, тем не менее, дух, величие, строительство нашего города вот прямо явно проступает с каждой страницы этого романа. Роман представлен на нашей электронной библиотеке «Сарарка». Если вы хотите, вы можете в электронном виде прочитать эту книгу. Следующий роман, который посвящен нашему краю, так и называется. Это роман Габита Мусрепова «Пробужденный край». В этом романе писатель вот прямо кистью художника рисует красоты степного края, ее степи, ковыль седой. Так и слышишь запах степи. Запах ковыля, смотришь седая степь. Но в то же время на фоне этой степи происходит много таких героических событий. Прежде всего, я, наверное, повторюсь, но это, опять же, становление национального самосознания. В романе проходит событие с 1883 года, когда урочище Караганды-Басы было продано за мифические деньги баем и геликом Утеповым, русскому купцу Никону Ушакову. Действительно, за какие-то там 250 или 300 рублей золотом. И хочу сказать, что в этом романе впервые описана грустная история пастушка Апака Байжанова. С тех пор эта история кочует из романа в другой роман. Рассказы, легенды слагаются. Но мы как бы берем уже эту основу за... На самом деле документальное свидетельство за рождение и поиски каменного угля в Карагандинских степях. Вот эта тема зарождения Карагандинского угольного бассейна, поиски угля в Карагандинском угольном бассейне, это главная тема книги Федора Михайлова. Это книга очерков, называется она «Горючий камень». События в этом романе начинаются с печальных момента, когда один из будущих героев этой книги, мальчик-пастушок Сахимбаев,
как Басын, теряет своих родителей и уходит в Караганду, чтобы работать на шахтах, чтобы иметь какой-то заработок. И заканчивается этот, заканчивается эта книга, очерк, событиями уже 1956-55 года, где автор книги, кстати, главный редактор «Казахстанской правды», встречается с героями, о которых он писал уже в Караганде, описывает их жизнь, описывает встречу старых горняков. И книга вообще посвящена вот как раз Бибахысыну Сихимбаеву. Это первый почетный шахтер города Караганды. Там описывается встреча с Тусупом Кузимбаевым, почетным шахтером, первым, одним из первых героев социалистического труда, полученным звание в 1948 году. Тогда вот в Караганде звание Героя социалистического труда получили 8 горняков, в том числе вот и Тусуп Кузимбаев. Книга вообще написана таким, знаете, легким языком, ее можно с удовольствием прочитать и подросткам. Я советую тем, кто интересуется историей нашего края, нашего города, прочитать обязательно эту книгу. Представлена в электронном виде на сайте нашей библиотеки, в электронной библиотеке Сарыарка. Ну, вообще хотела сказать, что наиболее такая яркая, такая впечатляющая книга о строительстве шахт Караганды, о нашем юном городе, написана, опять же, можно сказать, и юным писателем Сатаром Мирубаевым. Книга называется «Мои сверстники». Ну, в некоторых изданиях она называется «Мои ровесники», но это, я думаю, не суть важно. Главное, что со страниц книги встает вот такая романтическая эпоха. Даже книга начинается как вот опера, увертюрой, где слова обращения к молодежи, о том, что молодежь должна гордиться, что ее направили на строительство города, нового города, юного города. Сатар Ерубаев, к сожалению, безвременно ушел, ему было всего 23 года. Он оставил, конечно, небольшое наследство, но это одна книга, которая оставляет яркий след той литературе, которая посвящена городу Караганде. А почему особенно яркие такие впечатления производит эта книга? Потому что Сатар Ерубаев писал эту книгу в тот момент, когда он работал в Караганде в газете «Караганда пролетариаты». Роман тоже носит, конечно, отпечаток социалистического реализма, то есть идеология присутствует явно, апологеты партии. Но, тем не менее, эта книга даже где-то и о любви, книга о молодости, книга о становлении нового города, новых идей, нового социалистического общества. Я хотела бы еще сказать, что вот тему «Караганда в художественной литературе» продолжает и книга уже, это проза 60-х, 50-х годов, конечно, а продолжает тему проза уже 90-х годов. И здесь бы я представила книгу Елены Зейферт. Она как бы книга-сказка, но в то же время это книга о любви к родному городу, к родному краю. Эта книга называется «Волшебное подземное царство Караганда» или «Приключения Куата Мусатая». Главный герой, мальчик, путешествует по этой земле, ищет три волшебных камушка. Камушка, который, в общем, исполняет все желания. И в ходе этих поисков он встречается с разными замечательными людьми, детьми, взрослыми, шахтерами. И убеждается, что главное богатство – это наши люди, наша земля, земля, смешанная с... Хотела бы еще сказать о теме войны. Караганда в годы войны очень мало отражена в художественной литературе. Но вот одна из книг, которая меня очень заинтересовала, я думаю, что она вам будет тоже интересна, это книга Пичугина «Город пути». Почему она меня заинтересовала? Потому что автор не карагандинец, он приехал в Караганду в эвакуацию и работал в редакции нашей газеты, и свои вот жизненные впечатления от нашего города он изложил в этой книге. Вообще он Караганде посвятил несколько книг. Это «Карагандинские очерки», «Город пути». Но из всех трех книг, которые он посвятил городу, это производит, наверное, наибольшее впечатление тоже такими яркими зарисовками. Вот я хочу прочесть
отрывок из этой книги «Город пути». Сейчас уже многие карагандинцы не представляют себе новый город периода войны. На небольшом пятачке сосредоточилось управление обширнейшей области с городом, угольным бассейном, находились редакции двух газет, кинотеатр, два института, горный техникум, школы, рестораны, гостиница, жилые дома и даже краеведческий музей. К сожалению, он не упоминает о нашей библиотеке, но в одном здании с краеведческим музеем находилась в годы войны и наша библиотека. Трудно представить себе, что на месте нынешнего бульвара Мира тянулся овраг, по которому весной бурно стекали талые воды в речку Букпу. На месте сегодняшних девятиэтажных домов паслось стадо. Горожане собирали грибы, а вечерами прогуливались парочки, наслаждаясь ароматом первозданной степи и глубокой тишиной. Глубокую вековечную тишину степи нарушал только хор шахтных гудков, запевающих свой призыв по утрам, но еще раньше на рассвете новый город вздрагивал от взрывов и просыпался. Это шахты подавали сигнал первой смены. Яркое изображение нового города. Вы, наверное, представляете, что такое сейчас новый город в границах 40-х годов. Это Михайловка, это улица Чкалова, это небольшой кусок проспекта Бухар-Жарау. Не было тогда ни улицы Гоголя, ни улицы Ленина, ни проспекта Нуркена-Абдирова. Вот действительно, как описывает Николай Пичугин, это какой-то клочочек, небольшой пятачок земли. Завершая свою беседу, я бы порекомендовала вам обратиться к информационному ресурсу, который мы создали в прошлом году к юбилею города Караганда, «Биография шахтерского города». Здесь вы много найдете интересных материалов из газет, из художественной прозы, из документальной прозы, отрывки из сборника «Твои огни, Караганда», отрывки из различного рода песенных сборников, «Песни о тебе, Караганда». В общем, много интересного материала. Но я бы ваше внимание обратила на очерк Лятковской Ольги, опубликованный в 1932 году в январе в журнале «Новый мир». Журналистка приезжала по заданию редакции на строительство объектов первых пятилеток, на строительство нового социалистического города. Описывается событие лета 1931 года. И если прочтете очерк, вы увидите, какая разница действительно между Карагандой 1931 года и Карагандой 2020 года. Отдельно рассказа, конечно, заслуживает поэтическая летопись Караганды. Очень много поэтов посвятило своих сборников и свои стихи нашему любимому городу. Но это уже отдельная история. До свидания, всего вам хорошего, оставайтесь дома. Читайте дома, будьте здоровы, и всех я вас поздравляю с наступающим праздником Единства народа Казахстана.